Рыбаки, всем крепкого здоровья! Прибыл я сегодня на водоем для того, чтобы половить на безмотылочку. Погода у нас сегодня стоит теплая, плюс 2 градуса, а на улице февраль. А у нас Урал. У нас вообще никогда не было такой погоды теплой в феврале месяце. А днем выйдет солнышко и, наверное, вообще жара будет. Попробую я в такую хорошую погоду прикормить несколько луночек на плотву и похожу еще по бурелунке, посверлю, поищу окуня. Сейчас посмотрим, есть тут рыбка, нету. Должна быть. Хорошее место. Все по точкам иду. В чистом поле сверлиться тут как бы. Вообще рыбы нету. Она только там, где трава есть. Вот и рыба есть. Плавают кушки. Удочка у меня балалайка с карбоном, с торожком. Кормушка самодельная, нимфа. О, сразу воткнул. Ну как съел. Шо? Вот еще один. Вот такой вот у нас тут лес. И вот такие вот красивые окуни. Хорошие. Прям замечательные. Иракезы распущены, значит, клевать будут. Сейчас мы мормышку подсунем. Ну, какой красавец. Ух. Мощный. Главное камеру потихонечку вытащить, чтобы не испугались. Зачетный окунек. Попал. Один.
окунишками я немного поразвлекался. Сейчас надо будет попить чайку немножко. И попробовать пойти проверить лунки закормленные. Термосок у меня, кстати, вторую рыбалку Арктика. Держит нормально. Пока что доволен. Посмотрим, как будет дальше происходить. Объем взял 1 литр, потому что тот большой термос, который у меня был, я его не выпиваю весь. Вот, поэтому таскать лишнее как бы неохота. Идем проверять почки. Может, подошла. К сожалению, плотвы на кормленных лунках не было, поэтому я пришел снова на этот пятачок с окунями. Сейчас попробуем тут еще немного порыбалить. Если рыбка клевать перестанет, тогда будем дальше искать. Половил я на тех лунках, где у нас были окуньки. Вот. Но, к сожалению, не проклюнулся окунек снова. Поэтому сейчас ушел в другое место. Сейчас будем пробовать тут еще сверлить, искать. Должен быть окунек. Вот потом, если мужики с кормленных лунок уйдут ближе к вечеру, то потом пойдем попробуем половить плотву. В общем, промежуточный итог такой. Где-то примерно 30 окуней. Крупных нету, бонусных. Но берут с небольшой глубины, поэтому сопротивляются хорошо. Вот. Есть там несколько рыбок таких где-то примерно по 80 граммов, по 100. Они все бы такие были бы, вот была бы красота, интересно было бы ловить, рыбачить. Вот, а так прийти охотку сбить. Но у нас в ближайших водохранилищах вообще ничего не клюет, то есть такое конкретное махровое глухозимье. Вот, поэтому езжу сюда на небольшие мелководные участки. Здесь активный окунь, активная достаточно сорожка. Она клюет даже без прикорма. То есть я знаю, что есть водоемы, такие как Горьковское море, где сорога стоит локально, то есть под какими-то корягами. И вот именно там ее и ловят. То есть если где-то прикормить в чистом поле лунки, то она обычно туда не подходит. То есть ищут именно конкретно коряги какие-то, неровности дна, и вот там пытаются ловить. Вот. Но у нас водоемы, они немножко другие. Здесь очень большое количество всевозможных разных укрытий. Вот. Но есть также и водоемы, где дно чистое. Вот. И там, где чистое дно, сорога постоянно ходит, постоянно перемещается. Вот. И ее можно ловить, только если закармливать. Ну, сейчас попью чайку, попробую пробежаться вдоль береговой кромки. Посмотрим, какая рыбка у нас там будет. Надеюсь, что найдем окуньков более-менее нормального размера. Нашел я, в общем, кормленные луночки, несколько штук. Ну вот, пришли мы на луночки диаметром 130. Тут, вот везде. Сейчас попробуем на них половить на безмотылку. Заодно сейчас еще камерой посмотрю, какая рыбка тут есть. На дне корма я практически не увидел в подводную камеру, вот, но сорожка плавает все равно, то есть, видимо, сорога уже съела весь корм, так что я сейчас пойду из баночки немного насыплю в каждую из лунок и сам немного поем и будем ловить. Попробую сейчас оливковый гвоздишарик на 0,1 лесочке.
О. О, какая хорошая попалась на гвозди шарик. Давно, ну как мясисто схватнуло. Класс. О. Сорожка. Ой-ой-ой-ой, как сильно бьется-то. Вот нормальная плотва. Ну какая. О, какая. Поклевка еле-еле сопротивляется-то. Хорошо. Ой. Страх какой. Сопротивляется жестко. Начинает потихонечку быть шершавой. Уже еще февраль, она уже какая-то такая шершавая немного, представляете? Капец. Зимы вообще нету. Ой-ой-ой, это хорошо. Ой, как бьется хорошо. Бьется здорово. Красивая какая. Она хоть не крупная, но красивая. Сопротивляется бодро. Самое интересное в ловле сороги то, что она реагирует на смену проводки. То есть это такой творческий процесс. Так потряс, немного подумал, по-другому потряс. Вот. С окунем немножко попроще, потому что окуня можно заставить лифтить, когда он начинает сбиваться в небольшую стайку и преследует мормышку. И вот одного поймал, на этот же горизонт опускаешь мормышку, сразу же другой клюет. Так можно. Вот у меня максимум было 10 штук, вот так вот я прям только пускаешь, сразу есть. С плотвой не так. Тут надо, во-первых, трясти, что называется, уметь. Во-вторых, голову подключать. Вот, ах, по губам, жестко. Сейчас, наверное, долго поклевки не будет в этой лунке. Вот, во-вторых, надо голову подключать, чтобы, во-первых, проводки разные делать, да, то есть так потряс, немного подумал, как можно еще потрясти, потряс по-другому. Вот. Ну, плюсом ко всему, плотва бывает не на каждую мормышку клюет. Сегодня погода и пасмурная, и в то же время достаточно ясная, то есть солнышко-то есть, оно периодически сквозь тучки пробивается. Но как такового его нету. Поэтому я поставил оливковый гвоздик и золотой шарик. Вот на него вроде как клюет.
клевочка была. О, ой, какая бешеная попала. О, какая. Вот хорошая сорожка. О, какая замечательная плотва. Бешеная, правда, но четко. Ух, какая сорога попала. О, парни. Вот это плотва. О, какая. Мощная. Клюнула. Вот это да. Размер, такая бы вся клевала бы. Вот. Ой. Берет плотва. О. О, какая. Идет. Поклевку видели, какая была? Уж туда. Ой-ой-ой, вот это хорошая попала. О, о какая, ведь солидная. О, пойдет. Все самое интересное, видимо, плотва всех окуней отогнала от лунок. Окуней вообще нет. Это сражина. Жесть. Ой. Сорожка. Вот какая. Смотрите, ребят, как погода изменилась. Вообще.
Интересная плотвичка. Что тянет, ну какая, ну какая замечательная, четкая плотва, вообще. О. Ну что, друзья, погода начинает потихонечку портиться, вечереет, уже пора ехать домой. Поймал я сегодня, ну, наверное, где-то пол ведра рыбки поймал точно. Значит, первую половину дня я посвятил ловле окуня, то есть ходил, искал по перспективным местам с безмотыльной мормышкой самодельной, кивком карбоновым и самодельной балалайкой. Потом я пришел на кормленные лунки, кем-то оставленные, дополнительно их закормил сверху, то есть не стал давать большое количество корма для того, чтобы сорога, так скажем, не зажралась и не перестала клевать на мормышку. Отдал буквально по чуть-чуть, по чайной ложке. И этого хватило для того, чтобы снова активизировался клев у этой хитрой, осторожной и в то же время очень сильной рыбки. Значит, рулил у меня сегодня гвоздик с латунным шариком, оливковый. Лесочка была у меня 0,1. И кивок из рентгеновской пленки Саши Зайцева. В общем, проводки, я думаю, что вы видели сами, какие у меня были. Рыба часто реагировала на смену игры, то есть потрясешь так, потрясешь плавненько, и вот она загибает. Некоторые поклевки были жесткими, некоторые поклевки были такими предательскими на уровне чуйки. В целом рыбалкой я очень сильно доволен. Давно я уже не ловил такое количество сорожки. Сейчас я вам продемонстрирую свой улов, ну и часть отсею, то есть самую мелкую выкину, остальное заберу домой. Вот так выглядит кучка рыбы, которую я сегодня поймал. Насмотрелся на поклевки, поборолся на лесочке 0,1, особенно с вот этой вот подругой. В общем, рыбалка классная была, мне понравилось. Вот такой вот улов.